Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И в этом видео я хочу показать вам свои небольшие покупки из магазина Ашан и Фикс Прайс. Как правило, когда у меня немного покупок, я стараюсь их сейчас показывать во влогах. Но мне сегодня не очень хочется снимать влог и оставлять на завтра тоже неохота. Я хочу все разложить по своим местам и чтобы у меня это не валялось. Первое, что я хочу показать, это у меня такая была, в общем-то, большая покупка. Ну, в смысле, по объему, а не по деньгам. Это вот такая подушка. Ну, она не влезет в кадр, конечно. Самая обычная подушка марки «Каждый день». Размер 50 на 70. Это полиэстер 100%, как чехол, так и наполнитель. Я эту подушку уже беру не в первый раз, ну не потому, что она такая прям мега классная. Она, скажем так, максимально бюджетная. Безусловно, я могу себе купить подушку и подороже. А эта подушка стоит 136 рублей. Но дело в том, что я люблю их менять каждый год. А выкидывать деньги в помойку ежегодно большие суммы мне как-то неохота, поэтому я приобретаю вот такую подушку. Полноценно, нормально она служит где-то полгода, ну вот так, чтобы на ней было более-менее прям комфортно. Следующие полгода, как правило, уже на ней не очень-то спать, и за такие деньги можно менять и раз в полгода, но как правило лень, забываешь. Вот за какой-то другой покупкой я, например, в Ашан могу совершенно спокойно поехать, знаете, целенаправленно. Но почему-то за подушкой, вот когда едешь продукты покупать, подушку не возьмешь, потому что это дополнительный, как бы, да, объем какой-то. Когда едешь на машине, тоже иной раз забываешь. И, в общем, как правило, уже где-то меняю через год, когда она уже совсем такая не очень. Что с ней происходит через год? Это наполнитель, знаете, разделяется, комкуется, ну и, в общем, ощущение, что вы взяли какую-то наволочку и набили ее кусками ваты. Вот год я поспала на подушке и сейчас купила новую, а ту подушку, на которой я сейчас сплю, я ее отправлю в Питер, в город, потому что там тоже... Ну, я как-то на ней там посплю, потому что в Питере я бываю там раз в месяц, раз в полтора месяца, несколько дней, и поэтому это нормально. Потому что вот предыдущий раз, когда я меняла, я тоже в Питер отвезла, но на дачу. Ну, и вот уже второй год на ней как-то спокойно сплю, ничего страшного. В общем, если менять подушки часто, то вот она подойдет. Если, конечно, вы любите что-то более основательное, то тогда, да, наверное, надо что-то подороже. Вот здесь вот все знаки, что с ней можно делать, что нельзя. Но я ее не стираю и так далее. Следующее, что я приобрела, это в магазине Fix Price. Вот такие стикеры, карандаши и нотки. В принципе, я стараюсь сейчас не покупать стикеры, потому что использую их очень редко, но и смысл, в общем-то, на них тратится. Но к подобной тематике я присматриваюсь давно. На AliExpress и на Pandao есть стикеры в такой более узенькой упаковке. Там тоненькие стикеры, тоже с нотками, с карандашами. Они мне тоже нравились, но как бы стоят они там гораздо дороже, потому что если есть варианты такие же за 50, за 55 рублей, то это на выбор продавца. И, как правило, он вот такие вещи не отправляет. А если именно с возможностью выбора, там дороже. Ну, еще ждать меня, честно, душила жаба. А вот здесь пусть они... В принципе, это даже удобнее, они побольше. И ждать не надо, так что здесь я как-то с удовольствием заплатила 55 рублей за каждую упаковочку. Далее, в магазине Ашан я приобрела зубную щетку Yest. На нее была акция, стоила она,
сейчас скажу по чеку, 31 рубль. У этой зубной щетки, вот у этой марки есть варианты: мягкая, средняя и жесткая. В данном случае жесткая, но я на жесткость при покупке не обращала внимания, взяла что подешевле, потому что, ну, как бы постоянно, да, я живу в Москве, соответственно, у меня здесь электрическая зубная щетка, и а это вот именно в Питер на несколько дней, мне без разницы, какой чистить зубы. На даче у меня тоже какая-то дешевая и нормально. Далее, для тех же самых целей приобрела вот такие прокладки каждый день. Цена у них, опять же, мега бюджетная. Стоят они, так, 26 рублей. При этом качество у них прекрасное, они отлично клеются, не подводят. Я очень довольна. Я ими в основном пользуюсь дома. Питере, как правило, у меня таких надобностей не возникает, но тем не менее, мало ли что, они должны быть, и вот такой бюджетный вариант отлично подходит. Опять же, взять в Питер, в город, вот такую парочку я приобрела, желтковый желеобразный шампунь для волос любого типа и бальзам-ополаскиватель «Утренняя роза». Это фабрика «Свобода». Шампунь в объеме 7,6 грамм и бальзам в объеме 85 миллилитров. Я уже брала такие продукты. Мне, в принципе, нравится. Вот у меня подружка, например, у нее после родов стали сыпаться волосы. И она пользовалась этим шампунем. Сказала, что, в общем-то, очень даже хорошо. Вот этот бальзам всегда был хороший, но крайний раз, когда я его брала, как-то он изменился не в лучшую сторону. Но я подумала, что для нерегулярного использования вполне сойдет. На даче у меня шампунь и бальзам в большом объеме, но, например, в том году я, возможно, раза два воспользовалась, а в этом году я, когда в июне 5 дней была на даче, там, да, я один раз воспользовалась, а потом я была 2-3 дня, и надобности не было, потому что, когда была жаркая погода, я купалась. Ну, а так, в принципе, знаете, у меня волосы пачкаются не очень быстро, поэтому обходилась. Но поскольку в городе, понятное дело, цивилизация, вода и так далее, то, наверное, перед отъездом, возможно, волосы буду мыть. И вот такая парочка мне в помощь. Следующая моя покупка – это ополаскиватель для полости рта, лечебные травы «Знахарь» с ионами серебра. Взяла две упаковки, две бутылочки. Одну здесь оставлю в Москве, одну возьму в Питер. Ну, здесь у меня все это быстро уходит, ну, а это мне хватит, в общем-то, не на один месяц. Наверное, на всю зиму. Мне нравится этот ополаскиватель, у него нормальный, в общем-то, состав, хотя разглядеть здесь что-то очень проблематично, но вроде бы я там в интернете искала, мне показалось, что состав нормальный. Вкус, как у сладкой такой, знаете, мятной жвачки, очень приятный и меня полностью устраивает. Следующее, что взяла, да, значит, сейчас скажу по ценам. Все время забываю. Бальзам стоит 48 рублей, шампунь 30 рублей. Честно говоря, для такого объема это дороговато. Но если шампунь, он по-прежнему хороший, то вот бальзам, я говорю, качество испортилось. И мне кажется, что за 48 рублей это как-то странно. Так, и ополаскиватель стоит 27 рублей 42 копейки. Следующая моя покупка, это была вот такая мочалка «Бантик», тоже в Питер. Вот, честно говоря, не помню, на даче у меня есть мочалка или нет. Так, мочалка стоит 26 рублей 5 копеек. Так, то у меня там на заднем фоне, если слышно, что-то пес во сне попискивает. У него такое бывает. Вот прям люблю такие моменты, как только снимаешь, вечно что-то, какая-то ерунда.
Еще приобрела ватные диски каждый день, 120 штук. Вот все-таки убеждаюсь, что они одни из лучших. Очень нравится. Тоже взяла в Питер, причем это уже вторая упаковка, потому что одной мне хватит, как правило, на зиму, и вторую отправлю на дачу, потому что там точно у меня закончились. Так, и еще мне нужно было в Фикс Прайс и в Ашане купить какую-нибудь основу под макияж, под маски, ну, под тональник. Я взяла в Фикс Прайс вот такую сыворотку Energy Beauty, а в Ашане я хотела взять от Новосвит, повторить вот такой тонер. Но, к сожалению, вот у меня этот заканчивается уже почти там на донышке. И в Ашане не было. Но я была в маленьком, может быть, в большом будет. В смысле, в других магазинах, я думаю, что этот продукт можно купить без проблем, то есть никакого дефицита. Но в Ашане самая выгодная цена, там, по-моему, 80 с чем-то рублей. И если он, в принципе, пропал из Ашана, то будет очень печально. Дело в том, что по качеству мне нравится и то, и другое. В принципе, свойства у них, на мой взгляд, одни и те же. Но я более подробно в пустых баночках расскажу. Вот, просто такой тонер я хотела повторить сюда, потому что пользуюсь ежедневно, по нескольку раз. Ну, мне просто кажется, что если два продукта по качеству одинаковые, то есть смысл сэкономить. А это, конечно же, дешевле, потому что здесь 100 мл хватает на 2-3 месяца, а стоит 87 рублей. Вот это вариант подороже, потому что вот этой упаковки хватает на 15 дней, стоит 55 рублей, значит 110 рублей в месяц. Ну, поэтому буду вот эту искать сюда. А эту я взяла в Питер, опять же, потому что здесь 5 ампул. Вот так они выглядят. Одну ампулу, ну, когда уже в открытом виде хранят в холодильнике не более 3 дней, как раз этой ампулки мне хватит на одну поездку. Остальные будут лежать закрытые, ничего с ними не будет. Вот для поездок это отличный будет вариант. Получится и недорого, и всегда свежий продукт. В общем, как-то так. Я еще забыла купить средства для интимной гигиены туда. Это будет тоже марка каждый день, потому что я попробовала, мне понравилось. Повторила здесь, и пусть будет тоже в Питере. Наверное, даже возьму сразу две баночки, одну на следующий сезон на дачу. Так, значит, что-то я еще, по-моему, покупала. А, вот, Фикс Прайс это 55, значит, стикеры тоже 55. Так, ну, ватные диски стоят, если я не сказала, 32 рубля. Ну, в общем-то, и все. Все покупки. Если я была вам чем-то интересна, полезна, не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал, потому что мне будет это очень приятно. Огромное всем спасибо за просмотр. До встречи в новых видео. Всем пока!